Так себе взаимопомощь. Прокуратура Сургута провела проверку по обращениям Пенсионного фонда России, которые касались обналичивания средств материнского капитала. Правоохранители выяснили, что три местные жительницы обратились к мужчине с просьбой помочь ему вывести средства сертификата. С ним они заключили фиктивные договоры купли-продажи земельных участков в Омске. Затем дамы в конторе Народная касса взаимопомощи составляли договоры займа на строительство жилых домов. Им перечислялись деньги в размере остатком от капитала. Часть полученных денег женщины передавали мужчине за необходимый пакет документов для предоставления в пенсионный фонд. На их основании ведомство удовлетворяло заявление о распоряжении средствами соцподдержки. В Народную кассу взаимопомощи перечислялись по 350 тысяч рублей. В результате проверки в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных сведений в крупном размере».